секс. Какой секс ты предпочитаешь? Прекрасно. Отличный вопрос для первого знакомства. Ну, можно... Ну, просто спрашивать степень открытости. Да, да, Василий, как вы к этому относитесь? Вот пришли вы на свидание, и вас спрашивают, да, как вы? Ну, что, взрослые люди. А, кстати, да. Открыто надо говорить. Да. А какой ты секс? Я люблю, допустим, там классический. Знаешь. Ты любишь классический? Ну, допустим. И классическую музыку? Допустим, классический секс, там, не знаю, какой там поза самая простая. И все. Это миссионерская. Да, и ты так смотришь, и все. Ну, хотя бы доги-стайл ты можешь подключить? Да. То есть смотришь, насколько...